трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. МВД предложило оснащать автомобили такси тахографами, устройствами, которые сейчас обязательны для грузовиков и автобусов. Они непрерывно фиксируют маршрут и скорость движения транспортного средства, время работы и отдыха водителя. Полицейские обосновывают свою инициативу тем, что в настоящее время данные о трудовых подвигах извозчиков практически отсутствуют. Как восприняло эту идею сообщество таксистов, пока неизвестно. Трасса 101. Камеры фото-видеофиксации нарушений ПДД – это инструмент выбивания из водителей дополнительных денег в бюджет. Так считает большинство – 52% участников опроса, проведенного изданием «За рулем». Только каждый девятый респондент уверен, что наличие комплексов фиксации на дорогах положительным образом сказывается на безопасности движения. Главная задача камер – повышение водительской дисциплины. Так думают почти 30% опрошенных. Трасса 101. Появился очередной рейтинг стран мира в зависимости от качества дорог. Россия заняла в нем 123 место из 144 возможных. На последних строчках списка также располагаются Гвинея, Монголия, Румыния, Гаити, Молдавия и другие. Лидеры перечня – Франция, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Сингапур, Португалия, Швейцария, Австрия, Гонконг, Финляндия и Германия. Пятигорские автомобилисты возмущены новой схемой работы местных автоинспекторов. Они теперь караулят водителей на убитых участках дорог. Как только шофер, испугавшись больших ям впереди, выезжает за пределы своей полосы, а это оказывается полоса встречная, его останавливает страж порядка. Так что альтернатива у автолюбителя сомнительная – испортить подвеску или подпортить свой бюджет. Объезд препятствия по встречке наказывается штрафом от 1 до 1500 рублей. Трасса 101. АвтоВАЗ через 20 лет может начать выпуск летающих автомобилей. Об этом заявил руководитель предприятия Николя Мор. «У нас есть отличная возможность для производства таких машин», отметил французский специалист, «потому что в качестве нашего акционера выступает Ростех». В следующем же году месье Мор пообещал представить 3 вазовских новинки. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.